Трави будівельника. Поздравляю свою команду з победой. Для нас була нелегка эта игра. Нам было немного тяжело после прошлой игры, немного отдали эмоций, много отдали сил. И как бы настраивались, видно, все было как бы хорошо, но все-таки на игре показалось, что у нас не хватало сил. А Кривбаскет был хорошо подготовлен, и у них было много времени подготовиться, они свеженькие. Ну, мы выиграли, отыграли, можно сказать, волной играли, хорошо, плохо, но результат мы выиграли, и хорошо. Пане Михайло?